Всем здравствуйте! Продолжаем проектирование системы водяного отопления в программе ДАНФССО 3.8. Сейчас рассмотрим пример, как необходимо отрисовать лучевую систему водяного отопления. То есть вот здесь она представлена. Так, есть у нас готовая заготовка. Мы сейчас сохраним под новым меню, чтобы не портить ее. Под номером 2. Так, у нас лучевая система отопления. Итак, у нас по 8 отопительных приборов сверху, поэтому расширяем линейку до 8 сверху и снизу. Соединить все эти петли данных отопительных приборов. Да, еще я обращаю ваше внимание, то есть в этом помещении у нас есть транзитные трубопроводы, которые прокладываем. Лучше, конечно, чтобы дополнительно здесь рисовать. Потому что хоть они и замоноличены в конструкцию пола, все равно типа поступления от них идут и помещение нагревается. Так, давайте увидели. Копируем. Так, и последнее. Так, ну а два, то есть здесь непосредственно в этом помещении. Так, ну и так, ну и теперь вам нужна план этажей и эксонометрическая схема. Итак, крайний типон, ну здесь будет 1,5 метра. Да, кстати, не забываем.
ставит вместе с этой книгой. И тоже не надо смысл любого наложения поделения в одну точку. Так, сделали. Так, ну и так, ну и тоже здесь у нас распределение. Так. Так, и указываем его. Пора. Так, теперь здесь. Я не... Всем он берет полностью по плану. Где-то 4 метра по помещению. А здесь... Дальше смотрим.
эти, они, кстати, еще через транзитные проходят. Ну, можно учесть, я уже не буду учитывать. Повторились 4 подсоединения сначала. Одну я, потом вот эту, попробую. Можно выполнить. Делаем до конца. Так, он будет 5, 3. Так, есть 10. Есть 10. Здесь 10. Так, а там 5 минут. 5. Может, 2 у нас прибора. Так, здесь около 6 метров, не там, 1.5. Так, ну и последний. 3.
осталось соединить только один важный момент арфиса. Внимание. То есть, когда мы чертили, здесь мы допустили небольшую ошибку, а именно у нас по 100% должно быть по 50. Делаем очень просто. Нажимаем, выделяем все. Так, и нажимаем на закладочку прибора и меняем 50 на 100. Вернее, 100 на 50. И видите, справа в окне отображается тот прибор, где вы меняете значение. Достаточно быстро изменить, если вы ошиблись. Так, вот мы исправили недочет, который у нас был. Ну и остается до конца отрисовки это подсоединить фигуру.
Так, ну и теперь остался. Можно за мной трачивать. Так, спасибо за внимание. На данном этапе мы отрисовали все, что нам необходимо для лучевой системы. Так, ну и до следующего занятия. До свидания.